Поздравляю с победой, была очень красочная игра. Скажи, пожалуйста, а чувствовалось у вас какие-то домашние наработки? Вы играли от соперника или все-таки было какое-то домашнее задание? Спасибо за вопрос. Ну, мы пытались играть высокий прессинг, все-таки у нас большая скамейка позволяла. Соперник был очень достойный, была равная игра, нам просто больше повезло. Да, и скажи, пожалуйста, а что случилось в последние 5 минут, когда вот так вот навалился соперник на ваши ворота? Ну, просто расслабились, потеряли концентрацию, соответственно, получили 2 гола. Уже, да, почувствовали себя в следующей лиге? Что? Ну, еще не почувствовали, еще одна игра с Гарпастовым. Что ж, а можешь выделить кого-то лучшего из той команды? Да, все ребята хороши, очень сплоченная команда, сыгранно играли. Никого не могу выделить. А из своей? У нас все самые лучшие. А какие у тебя ожидания от следующего стыкового матча? Ну, следующий стыковой матч будет с нашими принципиальными соперниками. Много игроков из Гарпастума играли уже с нами за факультет. Вернее, на межфакультетских соревнованиях. Поэтому игра будет, я думаю, очень интересной и бескомпромиссной. Хорошо, спасибо. Спасибо.